Смотрим экстра контент. Сейчас фабочку чуть поправим на себя. Вот так вот. Добавлю новый контент. Да, да, уже знаешь, сколько раз пройдено было. Не герой. Не герой, но крутой. Как написано в названии, да? Новая игра. Ну, конечно, на обычном пойдем. Лёхи, ты чё, совсем до слабаков? Операция «Крадущийся ужас». Крис Редфилд, прославленный член АПБТ. Блин, моя медленная читка. Fucking company. Is it ready? Can we begin? I can't help it, man. We've got work to do. Прям то место, где заканчивается оригинальный Resident Evil. Нет, так что-то на меня сюда смотрит. Вот так вот. Ну и все, вот мы пошли. А я все гадал, что же с ним стало? Ну, с сыночком. Ничего, сейчас мы, видимо, и решим его судьбу. Интересно, в какое говно он превратится, как считаешь? Угу. У нас супер крутой шлем. Umbrella HMB System. All right, I'm in the mine. Signal strong. You're coming through loud and clear, Chris. We didn't get much from the first unit before we lost contact, but apparently Lucas turned the mine into his own personal hideout. How many men did we lose? Three of our best. Their last transmission was near a lab that should be just ahead. I'm going to need you to check it out. Got it. Сейчас все проверим. Так, у нас это Альберт. У нас есть Альберт и я надеюсь это автодробовик, да? Так, сейчас один технический моментик. Мы поменяем элементы управления. Не, не то. Экран. Не, ну это точно не в экране. Не. Не хватает значения кнопки этого чувствительности мыши, короче. Вот, чувствительность камеры. Так вот, и вот так вот. Не знаю, может быть, это связано с новой мышкой. Но вот так вот получше. А с этим шлемом будем видеть без фонарика? Чувствую, дичи будет. Давай начнем с пистолетом. Патроны жалко. Ну, как обычно, ты меня знаешь, что мне вообще жалко всего тратить к концу игры. Ой. Здрасте. Здрасте, здрасте. Когда враги шатаются, их можно сбить. А он живой еще? Привет. А ты кто такой? Можно с тобой поздороваться? Можно... А сбить чем? Мы умеем рукопашку? Да? Ты чё? Чё-то как-то вяленько, да, началось? А ты в курсе, да, что они могут вставать? Смотри, вот тот что-то все хочет, хочет. Либо это кривая физика. Тем временем. Патроны потрачены. И, походу, найти их сейчас особо не получится. Только ссатая лужица от них осталась. Ну да ладно. Лаборатория совсем рядом. Интересно, чем там занимается Лукас? Мы пока анализируем данные. Ладно, ребят, давайте без читки субтитров. Так можно с ума сойти. Играть и читать субтитры, ну, блин, не тут, не в этом жанре. Патрончики бы найти дополнительные, а то что-то я уже после четверых
пообнищал. Но эти все места мы обходили за Итана. Да, то есть все облагородили тут. Оу. Оу. А эта дверь была закрыта. Так, снова там ничего сделать нельзя. О, бро, ты как? Все, ничего не поздно. Да ну нах. Да он. Now you can try and take that off all you want, but I'd advise against. My hand might slip and. Lucas, no! Вот ты больной ублюдок, Лукас. Now here's the deal, Chris. You don't follow me, and I don't bounce your head off the ceiling. Oh, the same goes for your little soldier brains too. Adios. Я его хотел убить за, в качестве, ну, играя за Итана, теперь я его еще больше хочу убить. В воздухе присутствуют споры. Это мутация типа Е. Маска. Ага. Я ничего не заражен. I don't want to give that asshole a head start. Understood. Just be careful. Такс. Что-то я на скоростях там отсюда вышел. Так. А надо бы сюда, да? Блин, не видно ни, ни шиша вообще за этим туманом. Мало времени. Что я подобрал? Отмычку. Чисто. Давай, передохни. Air clear. Так, так, так. У-у-у. Смотри, а Итаном мы эти двери открывать не могли. Пошли дальше опять через эту жопу. Блин, вот как тоже вот... Ну, такое себе, такой, да? Автоматический дробовик. Не вставай. Давай быстрее. Жми на кнопку. У нас 30 секунд. Где она? Где это говно? Все, все на автоматике. Давай быстрее езжай отсюда. Крис, мы... Арестуй? Как мы можем арестовывать его? Это же больной мудила. Грены. Надо будет почаще пользоваться гренами. Let's just focus on the mission and maybe we can continue this conversation when you get back. Okay? Sure, whatever. Так, ну мне нравится, что вот при игре в 60 кадрах тут такое, ну все прям плавненькое, красивое. Блин, патроны. То, что сейчас на нас пойдет парочка говняков черных, это стопудово. Такой намек, да? Типа нажми на нос. Сейчас нажмем. Сохранение. Ящик. Добавлю новый предмет. Монеты инстинкта. Что это такое? Такие монеты оказывают особое воздействие на тех, кто их носит. Кто носит их с собой. Данная монета улучшает боевые инстинкты. Ну давай. Давай возьмем. Это что такое? Письмо для новобранцев. Ну хорош. Всякую чушь с собой носить. Брифинг. Мы тоже не садись с собой носить. Это что такое? Инъектор. Быстродействующее лекарство. Инъекция восстанавливает немного здоровья. Ага. Этот на себя не будет бутылочки лить, как Итан. Ой, ладно, братан, давай не будем, братиш, на сиськи мять, да? Хотя это вроде круто. Ну, давай так, сразу поехали. Давай, пи... А, ага, они не поехали. Я думал, нажать ему на нос, а это просто лампочка. Ну, будем тогда действовать по классике, обыскивать все. Ага. 5. Все-таки стероидами мы Криса обколем.
Хотя он и так себе парень небольшой, наверняка баловался. На протеинах сидел. Привет, Прометей. Так. Ага. Никаких дополнительных рубильников. Ну, пошли. Крис, конечно, медленно бежит. Так же, ну, как и, блин, не знаю, задохли Квитон. Давай. Хорошо. Так-то лучше. Открывай ворота. Смотри, ну нам, по идее, сюда, да? Но мы-то пойдем сюда, мы же хитрые. Ёпта, нет, сюда мы не пойдем. Сначала сюда пойдем. Это нельзя здесь использовать. Нет, все-таки туда. Ух, ёпта. Долго мы тут не протянем. Смотри, как быстро падает кислород. Требуется высококачественный фильтр. А туда мы не можем пройти. Ладно, значит, это место отпадает. Пошли другое искать. Ну, сука, блин. Я не помню, как зовут этого пацана, кстати. Как зовут сына-то? Ты помнишь? Важно, будем называть его говнюк. Он меня так бесит, что я даже заикаться стал. Хоть. Давай, мы бойцы спецназа. Крис Редфилд я или нет? Так вот будем. Хоба! Блоки ставить. У-у-у. Бро, ты как там? Я думаю, он не жилец. Да блин, ломал бы нахрен эту дверь. Ну как кого? Прометей, сына и этих, ну, семьи этой чумовой. Остался только один живой тут, это сынок. Которого мы якобы должны тут арестовать, но я думаю, мы его арестовывать не будем, мы его просто загасим. Что там написано? Keys. Ага, ключ. Ки, да. У-у-у, ребята, ребята, здорово. Здорово, Блин, быстрее взрывайся. Вот это вот сразу вспоминается Resident Evil. Ну, то есть, персонаж вяленький. Вот что и Итан, что и Крис. Блин, они даже без рук, без ног, короче, хотят меня взять. Бам. Чё, без головы тебе не нравится, да? Минус. Минус. Не! Мрут легко. Я... Говно вопрос. Но патронов-то мало. То есть ты видишь, да, как они... Просто угандохивают мои патроны. Я нашел что-то, я нашел. Да ёпта, ну чё ты? Отовсюду лезешь-то, говнище, блин. Кстати, мне фонарик. Что-то, блин, Крис, ты застреваешь везде. На! Живое? Нет, мертвое говно. Сейчас, погоди. Так, ах, хз, называй его Пила младший. Да, да, я думаю, он ему и подражал. Насмотрелся фильмов всяких. Кстати, мы нашли патроны. И сюда тоже нужен ключ. Слушай, я не знаю, как включить фонарик. Вам, наверное, еще темнее, чем нет. Поэтому давай чуть-чуть прибавим яркости. Где она там? Может, так, прорисовки обычные. Сильное качество. Где яркость? А, блин, в экране наверняка. Кровь на экране обычный, а вот яркость. Давай вот так вот, на одну. Ведь это же типа хоррор, да? Да не, ну какой хоррор? Тут уже не страшно, когда тебе дают стволы, и ты вроде играешь за Криса. А Крис как бы тебе не лошок позорный. Не то что Итан, да, который вообще всего ссался по идее.
Прометей, а я в Postal играю. Ну, блин, Postal вещь. Ты меня на самом деле так, на прошлом стриме заинтересовал Postal'ом. Да и те игры я тоже скачал из Special Ops. И вот сегодня записал видео для группы и канала по... Вот этой второй игре про... Забыл, как она называется, про Майн. Не суть. Двухмерная игра про войну. Сегодня выложу в группу обязательно. Так. Тут чего-то еще не хватает, не хватает. О, 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 отпусти, отпусти. Ёб твою мать, ты видишь это дерьмо, ты видишь это говнище. Здрасте. Что? Блять, кинул Грену. Чё ж ты, сука, такой неповоротливый? Пожалуйста, блин, беги. Почему такое толстое дерьмо быстрее, чем я? Не нравится? Высокие регенерации цельные. Заебись, я потратил две гранаты или одну. Да, this war is mine, да, ее. Оценил, сделал небольшой обзорчик и думаю, пройду ее на Твиче обязательно. Блять, не ушел. Я думал, он за мной бежит. Короче, понятно, что с ним делать. А ничего с ним не поделать. У-ху-ху-ху-ху. Блять, слышь, он быстрее, чем я. Крис, бери, бери. Крис, тупой ублюдок, бери, беги, бери, беги. А-ха-ха. Мне этот резик вообще не нравится. Слушай, а мне он вообще очень зашел. Монетку взяли. Беги. Крис, беги, этот мудак быстрее, чем мы, ты понимаешь? Беги, поэтому беги. Сука. Пошел в жопу, говно. Ух. Скотина, а? Все-таки, ну, Крис крутой парень, но все равно игра, видишь, специально сделала меня еще медленнее, по-моему, даже, чем Итан. Чтобы я чувствовал себя беспомощным. Блин, ну... Торопиться нельзя. Солдатик, ты как? А ну-ка в бой, боец! Everything's all right now. That's just what he wants you to think. А ты чё, козёл, не мог сказать это через решётку? Педик. Не, ну... Давай, бери. Крис, не тупи, пожалуйста, не тупи! Бери! Ёпта, саму маску порежут вместе с фильтром, снимай! Фу, блин. Пожалуйста, бери. 10 секунд. Ёптать. Бери, 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 бери. Крис, снимай. 3, 2. 1. Нам пиздец. Снимай, пожалуйста, снимай. Какой сори, блядь, надевай. Ты смотри, мы умираем, Крис. Надевай, фу, блядь, молодец. Крис, блин, пожалуйста, ты сентиментальное говно. Высококачественный фильтр. А почему у нас у командира отряда нет этого? А, Лукас его, короче, зовут. Лукас. Теперь, кстати, мы сможем пройти туда. Где был газ. Одна литика. Давай пока монетки. Хотя... Да не, инвентарь полон. Смотри, того здорового, толстого мы убить не можем пока что. И он мне, конечно, доставил. Лук? Да, да, блин, лук. Ну пошли. Я думаю, тут нас ничего хорошего тоже не ждет. А я, кстати, не знаю,
ну, по длительности это DLC какое? Смотри, какой хитрожопый. Это наверняка как говно, типа бомбы висит. Это что? Похоже на мины. Не будем наступать. Это что такое? Что ты? Блять. Ядрен батон. Я в жопе. Я в жопе. Я не помню, на какой быстрая хилка. Допку. Я менял. Я еще не то, что в жопе, я в тупике. А, нет, не в тупике. Ну ладно, я совсем забываю то, что тут блочиться можно. Че я подобрал? Че я все подбираю? Что это такое? Оглушающая граната. Ага. Пока ножик вообще нафиг не упал. Древняя монета. Уйди от меня, пожалуйста. Беги, 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 Крис, родной, беги. Мне кажется, в такие моменты стоит и втопить, да? А не стоит бежать, как ущербный. Я в жопе, я в жопе. Требуется чего? Прибор ночного видения? Да ну нахер. Сука, не сработало, блядь. Пожалуйста, Крис, пробеги. А, кстати, я... Слушай, тут это... Что это у нас? Прибор ночного видения? Да, Night Vision Device Equipped. Здорово. Прибор ночного видения. Прибор добавляет функцию ночного видения оптическому шлему Umbrella. Интенсификация обеспечивает лучшую видимость при слабом освещении. Кроме того, прибор детектирует невидимое излучение. Например, инфракрасное. Круто. Кстати, сзади что есть? Нет. Антирегирация. Да ладно. Антирегенерационные пули. Пули мицетототоксичного быстрого действия, сокращено ПУБГД. ПУБК, короче, будет, да? Предназначены специально для уничтожения биологического оружия на основе грибов. При поражении пули выделяют токсин, который быстро уничтожает мембраны грибных клеток и блокирует восстановление потерянных тканей. Уже после одного выстрела начинают действовать обычные методы атаки. Ага. Ну, давай, говно. Мы, наверное, Вальберта можем экипировать его. У нас три пули. Да? Я правильно понимаю? Да, три пули. Соответственно, с одного пули мы можем его забить. А как включить прибор ночного видения? Блин, короче, мне это не нравится. Или он... А, он наверняка автоматом его включит. Ерунда. Инъектор. Чуть не прохерил, ты смотри. Или вот тут не было, я же не мог прохерить. Ты же понимаешь. Давай, пошли дальше. Я не буду в него стрелять, я поберегу. Всего три пули, ты прикинь, три пули. Здрасте. Здрасте. Да, сам включает. Молодец. Закрой. Монстры тут не любят ходить через двери. Давай пока вот так вот. Это что у нас зажигательная граната? Это хорошо. Но у нас пока и такие есть. Инъектор. Блин, что-то я это вальяжно слишком упал. Ну, дерьмо.
Ты где? Иди к папочке. Иди к папочке. Вверх, вниз, вверх. Типа решай сам. Сейчас выпадет, да? Наверняка выпадет, как, ну, как говно из этого, из трубы канализационной. Или приедет вообще. Будешь работать? Нет энергии. Охренительно. Включи, пожалуйста, обратно. Прометей, рассказывай, как дела. Слушай, да нормально дела. Ну, в общем-то, ничего пока не изменилось. Погода хреновая. Делать нечего. Видишь, играю. Так, тут мы энергию не включим. А у тебя как дела? Рассказывай ты. Короче, мы в жопе. Ты же видишь, я ничего не могу тут сделать. Что это такое? Тут что, чужого резали? Это, хищника резали? Похоже на то. Слышь? Слышь? А я не могу отсюда уйти. Не, значит, что-то тут надо делать. Вот какой-то пульт. Я не могу с ним взаимодействовать? Не могу. А что надо делать-то? Прометей, у меня погода жаркая, но никуда не охота выходить из дома. Да и такое бывает. У меня тоже такое бывает. Блин, слышь? Мне это не нравится совсем. Я не могу ни назад, ни вперед. Блин, ну вот надо же быть таким слепым. Давай, сильнее, Крис, сильнее. Оп. Выключи, выключи, пожалуйста. Я же не понимаю, там походу красное должно быть что-то синим. Нет? Может. Давай вот так вот. Я думаю, все вниз должны быть. Ну, логично, шкыл обычно на вниз. Нет? Сейчас проверим. Ага, блин, что я туплю? Господи, тут же прям написано. Вверх, вниз, вверх. Я, видимо, плохо спал. Но это нормально. Вчера какой-то мужик с соседской, ну, со своей женой разбирался прямо на улице. Матом орали, пьяные в жопу. С другими там какими-то бабами устроил истерику. Во. Гениально. Это что такое? Что это так? Что ты? Что ты? Это что? Это... Да... Блин, слышь, не помогает. Сейчас люлей дадут. Кали, кали, бежим. Почему ножиком не идут? Да? 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 Блин. Да? Поехали, поехали. Нахер пошли. Короче, все выясняли они, эти отношения, блин. Те бабы, которые бухали с его женой на улице, вступались за эту, ну, соответственно, за жену его. Такой курятник. Короче, надо приседать, надо опускаться на их уровень. Древняя монета. Кстати, я теперь могу стероиды купить. Знаешь что? Я хочу испробовать. Че, не понравилось? И вот такой вот сразу минус. Это что за нахер? Походу пули-то не работают. И как быть? Сейчас оглядимся. Не, ну выхода нет. Прям как в песне. Сейчас пойдем. А-а-а. А на забаков будут работать? А, нет, тихо, 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 не надо. Не кипишуй.
Блин, иди нахер. Я не это хотел сделать. Иди сюда, иди сюда. И на него будут, в него будут стрелять? Я не хочу патрон тратить. Да, будут. Да. Гениально, я у мамы инженер. Че, я сам все хочу встать, не знаю. Это просто это, дань прею. Там что же можно было турели ставить? И, ну, там своя турель тебя не гасит. Медленно, уверенно, идем, идем. Одну пулю, ту, надо точно оставить под толстого, да? Это как бы без вариантов. Чего у меня нос так чешется? Ты не знаешь? К чему вообще чешется нос? Иди в жопу. Блин, не попал, чуть-чуть скосил. Бам! Кристо пак посильнее явно будет. Ты чё? Ты чё, пора умирать? Не вставай только больше. У-ху! Это нет, тут уже так это не сработает. Блин, а ты-то откуда встал? Ты чё, кстати? Пошли нахер. Закрой двери. Ах ты скотина, эту дверь не закрывает. Всех убивать, как раньше, не имеет смысла тут. Прометай, а я в эту фигню не верю. В какую именно фигню? Я что-то упустил. Ой, блядь, это же тот самый. Давай, 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 братан. Нет, не открывает. Ты смотри, что творит. Нахер. А мы побежим. Закрой. Блядь, он не закрывает эти двери. Беги, беги, беги. Они нас преследуют. Преследуют. Блядь, это что такое вообще было? Оно взорвалось. Да, давай, иди к папе, иди, давай. Да что ты задолбал, короче, вообще в хламину, я не знаю. Идут, братки. Чё? На! Минус сразу. Прям ты к чему не чешешься? До сих пор не понимаю тебя, реально, я потерял ход мысли. Тут видишь, какая заваруха у нас идет. Так вот хеды будем ходить им вешать. Сзади никто не подступает. Ну чё ты выполз? Зачем? Зачем? Что это вообще за могильник, блин? Все, в жопу идите. Уроды. Что мне вообще все это дело дало? По-моему, ни хрена, да? Найдите трех пропавших солдат. Ключа до сих пор нету. Мне кажется, я что-то не доделал, да? Хотя, с другой стороны, круг прошел. А, нет, смотри, все норм. А-а-а, блядь, это как так-то? Сбоку даже. Сука, а? А, к чему чешется нос? Все, все, понял. Блин, взяли... Две инъекции, живем. Есть, кстати, древние монеты. Значит, сейчас мы что сделаем? Правильно, сейчас кольем стероидов. Нет никого? Это типа сейф-зона, да, будет у нас? Ну хотя да, точка сохранения тут есть.
Гранатка. Это чё? Это астероиды, а это у нас стабилизатор. Не, я... Вот тем, кто играет на джойстике, конечно, стабилизатор очень сильно нужен. В моем случае вообще нахрен не упал. Сука. На Enter буду жать. Давай, Кали, заодно здоровье восстановим. Зато теперь, смотри, оставив один патрон, я могу пойти и того толстого загасить. Вы увеличили максимальное здоровье. Ключа до сих пор нет. Зато, видишь, если бы я гасил тех, все, ну, я же от одного или даже от двух бессмертных тех убежал, я получил людей все равно. Давай-ка от греха подальше с этим пойдем. Мне кажется, надо туда. Блин, ну, конечно, да, бошку ему знатно отрезала. Давай, газуй. А, да, с этой стороны. Надеюсь, он там один. Нам бы в идеале туда как-нибудь пройти. Но я думаю, это все решаемо из этой комнаты. Но в этой комнате мы ничего не можем порешать, потому что тут видишь, да, кто? Давай-ка только не без мази... Ну, без того, чтобы... Все. Все, да? Плохо тебе? Плохо! Плохо, я сказал! Плохо, не нравится! Ой, нет, не блюй только. Ты что думаешь, такой большой, здоровый, страшный, да? Лови! Лови, говно! Лови еще, слышь, а он вообще, ну, суровый, да, черт? А я точно могу его убить? Точно могу? Итан, время съебывать, если в двух словах. По идее же должен, да, его, ну, смочь убить. Я так себя сам в тупик загоню. А прикинь, сейчас уже все. Блять, ты смотри, я запорол. Охренеть. Повторить попытку давай. Я запорол, короче, патронов-то больше нету. Да, блин, за Криса играю уже. Не за Итана. Короче, надо его... Придется сейчас его, значит, с одного раза гасить. Потратить вообще все, что имеется. Либо есть какой-то другой вариант событий. Будем бить его в мордаху прям. Его уродскую, блин. Притык будем стрелять из дробовика. Беги. Беги, беги, беги. Ой, как ему нехорошо-то, а? Ой, как ему нехорошо. Умирать-то собираемся? Блять, я в тупике еще. Пожалуйста, пора уже, все. Ну, пора. Ну, ты находился. Давай. Блин, он все равно как-то... Да какой ты этот открываешь мне? Тебе не кажется, что я слишком... Гори, блин.
Но я же спрятался, ну как так можно? Ты еще не умер? Сука. Все, да? Давай. Бам! Слышь, я его... Я не могу его убить. Уже все, патронов не осталось. Мне что, ножом его убить? Какие еще варианты? И что, пистолетные пули? Я даже забыл про них. Блядь. Не, ну у нас вариантов-то нету. Я думаю, мы близки к тому, чтобы его убить. Откровенно. Другое дело то, что я вообще гол как сокол остаюсь. Все? Давай быстрее, Крис. Все! Да! Да, блядь! Блядь! Не мог, конечно, не поднасрать, да, перед смертью? Все патроны. Смотри, все, что есть. Он забрал у меня все, что есть, и даже больше, даже мои нервы. Даже мои нервы, зритель. Я вообще, я истощен. Истощен и почти убит. Это было потно. Так, что мы имеем? Давай это вот сюда. Вот сейчас вот мы будем играть в режиме бегуна. Сюда-то я до сих пор не могу попасть. А, кстати, отмычка не подходит к этому замку. Сука. Как не подходит? Я что, все это зря делал? Я зря его убил сейчас? Нет, ну что... Подожди, ну что-то же сделать можно? Блин, вот это вот задание, арестовать Лукаса, оно меня, ну, убивает. А прикинь, он потом восстановится. Не, ну это хохма от игры, я не буду ее терпеть, это будет вообще жопа. Ну, допустим, хорошо, сделали заранее загасили его, это был не фейл, это был не косяк. Но я до сих пор не понимаю, что делать дальше. Может, тут еще есть какие-нибудь такие ворота? Я их просто прозевал. У меня ничего нет про запас. Не, ни хрена нет. А, бомж. Да, блин, тут были еще одни ворота, я в них не пошел. Надеюсь, тут дадут патронов. Ух, ёпта, что такое? Что за? Что происходит назад? Ах ты ж, ёптать. Я понял. Я наступал на ловушку, как баранчик. Давай. Игра не оставила меня на произвол судьбы. Древняя монета. Не оставил, не кинула меня. Это не может не радовать. Все, продолжаем. Давайте еще тогда и без врагов.
Еще и растяжечка. Так, пошли налево. Чисто. Никаких секретов. А вот для чего и отмычку мы берегли. Давай. Блин, давай что-нибудь вообще. Патроны. Антирегенерационные патроны. И антирегенерационные. Все, хорошо. Значит, ну хотя бы еще парочку мы сможем загасить. Бессмертных. А ты прикинь, он там восстановится. Игра это будет нечестно. Аккуратно. Что это такое? Эх, Лукас, Лукас. Смотри, а можно было вообще не заметить. Но я вижу все. И даже больше. Это можно порезать? Нет, видимо, нет. Ну просто в оригинальной игре желтый скотч прям означал, что надо это резать. Давай. Да, а Итан как немощный толк. Сука, я сейчас вообще на самом деле так обсерился. Я думаю, блядь, что быстрее поднимать пистолет. Успею ли взять, выстрелить в него, короче. Простите за мат, кстати, я просто что-то тут бомблю по-тихому. Обычно я так не матерюсь. Мне когда страшно, да, это начинается такое. Бояться-то нечего, но, блин, напряжные моменты есть. Если я туда толкну, я отсюда не выйду. Но толкнуть мне придется. Все, мы... С другой стороны, и твари на нас не полезут. Ты чё, Крис? Дурацкая была идея, дурацкая. Согласен, полностью с тобой согласен. И давай долбим эту стену. Там какой-нибудь кореш нас ждет, да, уже? Что? Иди нах. Ну теперь ждать, пока он взорвется. Давай, Крис, толкай отсюда. Крисунчик, давай, я тебя верю. Вместе с шариками. Ля-ля-ля-ля-ля. Туда или сюда? Сюда, походу. Значит, надо то место обследовать. Толстый же не просто там так сидел. Блин, ну как так? Смотри, просто так сидел. Прометей, у тебя есть домашние животные? Нет, нету, но вот хотим завести кошку. Ну или кота. Давно уже собираемся, все никак что-то, ну, не доходит до этого. Тот самый клоун. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Сейчас, значит, тоже будем, да, что-то играть такое неприятное. Для нас и очень приятное для Криса. Ой, для Лукаса. А что, не песика? Да, нас тяжелее ухаживать, понимаешь? Выгуливать время. Очень много времени занимает твой пес. Просто больше, чем кошка. Кошки-то они сами по себе. Да и нравится на самом деле больше, чем кошки. Ключ с изображением клоуна. Блин, ну я ж...
Блять, этот бессмертный. Иди нах. Что, не нравится? Не нравится? Мне кажется, мы сейчас какой-нибудь круг сделаем, да? Нет, не круг. Надо быть аккуратнее. Видишь, они валятся, как говно из труб. И мы присядем? Блин, точно сейчас слабешником, смотри, зацепим. У-у-у-у. Нормально, нормально. Лукас, Лукас. Эй, ты в порядке? Где он? Я Блин, слушай, ну из-за тебя мы придется пострадать. Так, у меня кошатина есть. Моделью француженка. Ест только то, что она хочет. Ну да, мы тоже хотим французскую, ну и знаешь, такую веслоухую. Вот, и... Ну мы готовимся морально, да, к ним. Это ж как ребенок. Ну, не совсем, конечно, но... Начнем с кошки. Друг, друг. Ты уже, мне кажется, жмурик, да? Маркез? Пора умирать, Крис. Да ну нах. Блин, ну... А, я нафейлил? Ядрен батон. Не, у меня сиамская. Я Я-то думал, это все катсцена. Ёпта. Надо же было так тупануть. Я понял, я понял. Стыдно, мне стыдно. Блять. Это, так, была проверка, сразу ли нас они убивают. Так, Прометей, не, у меня сиамская. А сиамская это... не такие лысые. Или это персы называются. Я в кошках не особо разбираюсь. Как и в собаках тоже. У меня вообще никогда не было домашних животных в детстве. О, вот так вот хорош. Я же вообще на скиле играю, видишь? Ну, в общем, фейлы-то тупые были. Маркез? Так, а вот теперь опасный момент. Отпусти, кидай его, кидай, кидай Маркиза. Пожалуйста, кинь. Пора валить. А, нет, мы с ним. Да. Давай, вниз. Все, я понял, надо по... Как так-то? Я же полз. Что еще ты хочешь от меня, игра? Что ты от меня хочешь? Значит, все-таки свинксы лысые. Что тут от меня хочет игра? Я не понял. Она хочет, чтобы я с ним полз. Я с ним полз? Что надо было делать? Эй, ты в порядке? Ладно, это логическая боль для меня сейчас. Логическая боль. Я не встал? Нет? Маркез? Может, стрелять надо? Блин, мне кажется, мы зря его несем. Что, блядь, не так? Что? Что не так-то?
Блин, погодь, я, короче, задрочусь, но я это сделаю. Я просто не понимаю, что нужно делать. Вроде ж всех положил. О, то есть, ну, вроде делаю, что игра хочет. Эй, ты в порядке? Hang on. Блин, а? I'm coming. Блин, игра, ты подсказочку дала в такие моменты. Может, слушай, давай не сразу к нему пойдем. Может, в этом косяк? Слушай, может, действительно в этом косяк? Надо чуть-чуть обождать. Ну, не обождать, в смысле, а что-то еще найти. Не пускает меня. Хотя прыгать мы тоже не умеем. Мне кажется, можно тут что-то сделать, как и в первой, ну, в оригинальной части. Бляха-муха, уже назад тоже не вернешься. А, понятно. Понятно, это тоже не выход. Слушай, а как быть тогда? Улучшенные пули, да это понятно. Не, я реально не понимаю, как быть. I'm coming. Еще это очки ночного видения долбанные. Только мешаются. Так, надо, короче, лучше осмотреться. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. То говно сразу убивает. Тут, в общем, тоже ни хрена, да? А если, короче, выйти из комнаты, все взорвать? Если вот так вот сделать. Нет, тоже. Блин, ну ладно, ну пошли. Ну, может быть, я что-то какую-то кнопку не нажимаю. Я просто не понимаю. Дойти-то быстро, а вот... Какой-то же по счету расфейл. Аккуратно. Нет, нет, нет. Я понял, вот в чем моя ошибка. Я все понял. Выключи. А, ну да, если мы выключим. Все. Все, Лукас, всосал, всосал. Давай сразу обыщем наличие, патронов. Давай, братан, ты как? Hey, hey, you still with us? Yeah, it's you. Да не, смотри, thanks. Живой. Я же думал, его убил Лукас. I was beginning to think we'd been left behind. I think we can get out this way. Luke is a fucking psycho. I'm not sure what's worse, him or those things. Да он сам этот тварь. We gotta get out of here. Блин, у меня плохое предчувствие, вот он идет так спереди. Over here. We can get out up through there. Oh, fuck. You gotta be kidding me. Fuck! 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 Get this thing off of me! Блин! О, черт! I don't know about you, Christopher, but I'm getting real tired of playing games. Three men, Lucas. Three of my men dead because of you. This ends, and it ends now. Well, I don't think so. It's about to be four dead soldiers in a minute. You're going to fail, then you are going to die. Я понял, у нас... Okay. 10 минут. We're on it, Chris. Head back to the central cavern and wait for further instructions. Вернись в центральную пещеру, жми. Ползем быстрее. Времени нету.
Блять, я не заметил, сука, растяжки. Да нет на вас времени, ублюдки, нету. Бежим, 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 бежим. В жопу. Так, если он с жидким азотом. Попробуем с другим. Ага, я понял, где это. Сначала нужно обезвредить бомбу. Я понял, значит туда. Блин, слышь, а если толстый восстанет, а у меня патронов-то на него нету. Бежим. Да насрать, блин. Ну, один потратили. Блин, надеюсь, толстый не восстанет. Нахер! Давай, подхилимся. Так-то вообще 10 минут. Ну, 10 минут это если без эксцессов. Да иди в жопу. Нахер. Закрывай дверь. Ой, блядь! У-ху. Где-то тут. Жидкий азот находится за этим помещением. Торопимся, бежим. Бля, это что за нах? Блин, да ну, ты чё, издеваешься? Шутишь, что ли, блядь? Нет, блин, ставь те патроны. Бей! Бам! Бежим. Ага, все, больше не работает. Блин, эти суки из чужого меня достали. Где ты? Толстый ты ублюдок. Сейчас блеванет. Что происходит вообще? Да хорош, отстаньте от меня, надо его убить. Да блин, ну почему тут это проходит через... Блять, пожалуйста, Крис, не тупи. Ты хорош. Это все. Большой босс, падай уже. Блин, он так и не выбрал. Лови. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Тебе не кажется, что уже пора все умирать? Time to die. Меняй. Да блин. Блин, меня бесит моя без... Это... Что я подобрал? Охренеть, мне его что, ножом добивать? О, спасибо тебе.
Блять. Давай, давай, кулаком ему по морде. Это очень сильный удар. Все, это хана? Да, да. Сейчас патрончики подберу хотя бы. Крис, по-братски, по-братски, быстрее, Крис. Кали, кали. Где оно, где оно? Давай, открывай. 4 минуты. Ну, вроде, вроде времени много, мы уже совсем близко, да? Не просто ж так босс был. Так, стоп, это круг. Азот, вот. Блин, прикинь, чуть от азота не убежал. Давай. Кидай, кидай. А как наша рука вообще? Че, сильно отмерзла? Окей, Лукас. It's just you and me. Так, а внизу нас ждут те же самые черти. Крис, мы показываем комнату, located behind the shield machine. Лукас? It's possible. See if you can get in there to check it out. Got it. Давай тоже проспидраним это место, не будем их убивать. Если они тут будут. Не, смотри, игра толерантна, к нам толерантна. Позволяет выжить. У меня 2 древние монеты. А нужно 5 для, до улучшения. Поэтому мы ждем. Что это такое? Это бур? Ну, похоже на бур. Мне кажется, нам туда. Ну, тем не менее, смотри, 2 инъектора есть. Что делает меня не таким уж, ну, бомжом. Не, я что-то не хочу вниз спускаться. Там темно, а он не включает ночное видение. Видишь, что это такое вообще? О. Вон пошел! Я сказал, вон пошел от меня! За... Вон пошел! Дверь мне запили! На, ты куда ползешь? Ну, это все, что вы можете? Погодь, или они вообще бесконечно будут идти? Да не, мне кажется, это просто такое место. Все, не нравится? Ой, блин, извините. Ну ладно, это ж помогло. Пора бежать отсюда, вон нах. Осталась без головушки собака. Не, так они меня будут окружат только. О, фак.
И... Все, это хана. Надо его в угол загнать. А что еще мне остается? Блин, ножик, конечно, такое себе оружие. Патроны. Или это не патроны? Блять, это просто отражение. А, все. Давай уже все, игра. Вообще нисколько не выдержу, бежать надо. Ну вообще зашибись. Валим, патронов-то нету. Блять, ну вы чё? Обманули дурака на 4 кулака. Блин, а тут-то что? А, это он блевоты достал до меня. Я в жопе, я в жопе. Блин, ну пожалуйста, Крис, ну уйди от них. Иначе мы вообще с тобой не жильцы, беги. Мне бы еще патронов, блин, каких-нибудь. Нет, это не сработает-то. Блядь. Кали, кали, кали. Последняя. Ва-ха-ха. Перезаряжай быстрее. Точно. Это я тебе повезло, что я не заметил. Блин. Все. Сейчас взорвется еще, поди, перед смертью. Нет, все же. Блин. Да хорош уже. Ты что такой живучий-то? Блин, где он? Блин, как ты умудрился блевнуть? Блин, взорвется. Давай, держись. Все, молодцы. Выстояли. Выстояли. Выстрадали буквально. Нет, это у меня ничего не осталось уже. Ни патронов, ни нервов. Блин. You're gonna kill me, just kill me. For the love of God, shut the fuck up. Oh, I wish I could stay and watch you burn to death. But I can't. I have an elsewhere to be. Этот экран, конечно, перед глазами мне сильно мешает. Очень сильно. Давай, давай, Крис. Ты же сильный. Успел. Молодец. Прыгай. Мало ли тут встретим говно какое-нибудь. На скеле нашел. Чисто... Давай. Прыгай, братюня. Почему все зеленое? А, это ночное видение. Вот сейчас вот самое хреновое время будет, если кто-то полезет. У меня все очень среднее со здоровьем. У меня практически нет пуль.
Нет, я не в порядке. Совсем не в порядке. Я нахер в жопе. Umbrella and Redfield have been taken care of. Dealing with them cost me some time. Cost them a lot more. But I can still get that data to you, but we're quits after that. He thinks I'm dead. This might be our chance. Who'd he send it to? We're still decrypting that. Just get Lucas. Keep me posted. Давайте, ну уже только задание поменяем, чтобы вот наглухо, да, Лукаса, а то брать его живьем что-то совсем не хочется. Турель? Ну нет у меня второй, я не знаю, упустил ее где-то. Так, у меня плохое предчувствие. Я не думаю, что игра как-то сбавит обороты, да, это... Такого за ней не замечено просто. Давай пойдем направо. Это мы открыть не можем. 12 минут после введения дозы. Слышишь, да, вот за этой дверью дичь ждет. 12 минут после введения дозы кальцификация клеток. А, ну это мы видели еще, будучи Итаном. Пока что не идем сюда. У меня нету патрон, которые смогут его убить. Мне кажется, он подло встанет. Да, да, блин, но я все равно обосрался. Я знал, что ты встанешь. Фу, блядь. Сдрогнул. 11 июня 2017 года. Как же меня достал этот Лукас. Они только что назначили его главным исследователем. Но это моя должность. За кого они меня принимают? Почему я, дипломированный микробиолог, должен работать под началом психа? Он только и делает, что играет с подопытными. Заставляет их сражаться и проводит ненужные вскрытия. Он болен. Он даже не подозревает о потенциале мутамицета серии Е. Обязательно пожалуюсь на его поведение в следующем, на следующем совещании со штабом. Вообще рассчитывал то, что я что-то... Гранатки. Так. Вот так вот. Ну вот и все. Здравствуй, пистолет. Прощай, дробовик. Привет, жесть. Прости, у меня линза немножко съехала. Да-да, я крот, я знаю. Вот не просто так, да, эту дверь так заперли? Лукас. А, мы сейчас ему такой сюрприз преподнесем, да? Склад. Почему на складе нет патрон? Сейчас сам выйдет, смотри. Ку-ку, ёпта. Лукас! Понятненько. Я убил всех исследователей соединения, они полезли куда не надо, пока я не наблюдал за ними, но я-то знал, что они задумали. Наверное, им не понравилось работать под моим руководством. За это я бросил их в клетку с плесневиками. Эти ученые наложили в штаны и умоляли меня о пощаде. Боюсь, не удержусь от смеха, когда сообщу о том, что они погибли в результате несчастного случая. Наверное, самое время порвать соединениями. Один лишь я могу по-настоящему использовать плесень Эвелины. Ну, блин... Может быть, он и прав. Ну, то, что он один может нормально их использовать. Отмычка. Короче, мне кажется, вот, когда мы пойдем туда, там будет дичь. Покупатель данных серии Е есть. Приготовься к передаче данных. Он нашел покупателя на мутаген. Ах ты, сволочь. Это куда мне ведет? А! А!
Сейчас, я просто вспомню, тут коробочка была. Главное, чтобы вот это не активировалось. Сука. Фу, блин, я как... Плохая турель. Заставила меня сейчас немножко пристраить. Ага. Все, теперь мы, значит, можем... И так пострелять. Теперь, значит, мы можем вон того положить и забрать то, что тут лежит. Где он? Главное, с остроху, короче, не обсериться и не начать палить. Кто это? AWM2. Я бы назвал мудаком в квадрате его. Комната обеззараживания. Комната с мягкими стенами. Давай, будем готовы. Минус один. Ребята, я знаю ваши... Тайные секреты... Блядь! Он же не должен был пройти. Но одного-то уже нету. Давай, ладно. Знаешь, что меня радует? Второй пропал с концами, походу. Нет, не с концами. Вставай давай. Выходи. Выходи на честный бой. Не нравится? Не нравится? Классика, без добивания не получается, да? Ух! А вот и куколки. Эвелина и Мия. О, фотка ихняя. Слушай, прикольно. Журнал Е001. Ну, то есть подопытная, да, это Эвелина. Состояние здоровья в норме, психическое состояние в норме, секреция мутамицета в норме, прочее нет. Почти никаких изменений. Она просто целыми днями играет с куклами. Превратила сегодня двоих плесневиков. Состояние так. 12 августа 2016 года. Состояние здоровья. Кашель, усталость, психическое состояние, легкое раздражение. Секреция мутамицета повышенная, прочее нет. После игры в мяч с отцом она пожаловалась на устойчивость. Превратила одного плесневика толстяка. То есть по нарастающей, да, идет говно. 26 августа. Состояние здоровья плохое. Психическое состояние раздраженное. Секреция мутамицета очень высокая. Так, прочее. Внезапное старение. Начала стареть. Это они уже наблюдали, короче, да? По полной. Она вдруг начала стареть, похудела, волосы выпадают, все такое. Чем больше кричит, тем больше блюет. Подвал весь в спорах. Явные причины старения не обнаружил. Нужно получить дальнейшие инструкции. И 9 сентября 2016 года. Состояние здоровья слабое, но стабильное. Психическое состояние, помешательство, бред. Секреция мутамицета стабильная. Прочее нет. Старение замедлилось, вроде бы даже стабилизировалось. Компания прислала некротоксин Е. Приказано использовать его, если она выйдет из-под контроля. А я-то думал, что нет... У них нет чувства юмора. Понятно. Но я рассчитывал тут, конечно, на патроны, на самом деле. А то вот я потратил 2 патрона, да... И, блин, и мне же их и дали. Получается, это так чисто, если я хочу узнать чуть больше об этой игре. Ну, о сюжете. Как видишь, тут уже такая полноценная лаборатория. И они даже взяли Лукаса на работу. И он их предал. Ну, это, кстати, прикольный момент, да? То есть, мы-то думали, что там семейка просто страдала. А там даже Лукас работал. Сейчас перепроверяем. Во, видишь? А мог бы упустить. Мог бы упустить. Взять Лукаса на работу. Они значит сумасшедшие. Но он, в общем, парень-то умный, да? Ну, правда, гондон. Но умный. Ну все, теперь можно идти за ним. Так или иначе. Как пробиться? Так, отправлено. Ну, походу, только что. Ситуация немного вышла из-под контроля, но я все уладил. Отправляю данные по серии. Это не займет много времени. После этого я ухожу.
Сохраняться мы не будем. Да и зачем? Я чувствую, мы близки к концу. Что делать с турелью? Попробовать ее взорвать? Да. Гранаты все поправили. Да человек-то он, конечно, говно. Он даже не совсем уже и человек. Я к тому, то, что эти ребята, ну, чья лаборатория, допустили большую ошибку с ним. Быстрее, быстрее бери патроны. Мы же с тобой понимаем, да, что сейчас тут жопа будет. Не, есть вообще хилки? Да, хилочки есть. Так, Крис их не знает. Значит, это не Амбрелла. О, блядь, я вообще не увидел его. Давай, ты чё? Блин, он сейчас походу это... А ты играл в Fortnite? Или Реалом? Чё, Роял? Или Пап? Fortnite играл, что-то мне не зашел. Вот, а Пап, да, играл. Конечно, я играю. Но в папке я нублю, я очень мало играл, всего раза 3-4. Но мне нравится. Да. Походу сейчас будем страдать. Мне кажется, Крис, пора отходить. Отходи, отходи. Like I haven't been since we got here. Так. Мне кажется, заставка затянулась. А Rally Royale? Я не играл в Rally Royale. Что это? Думаю, стоять на месте тупо. Ой. Да блин, не на ту. Почему я на В хочу патрон? Блин, ни хрена себе. Смотри, он молодец, что ждет. Кали, Крис, кали. Он очень больно бьет. Давай, 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 давай в это говнище стреляй, Крис, пожалуйста, по-братски. Сейчас ударит. Блин, не успел блок поставить. Слушай, ни хрена, ты видел, как он много снимает? Слушай, он еще как мартышка скачет. Да не, ну папочка был, конечно, если так мы говорим, посрочнее и посерьезнее выглядел. Но этот, сука, быстрый. Блин, опять не заблочил вовремя. Косямба, моя косямба. Блин, пожалуйста, а можно быстрее стрелять, Крис? Давай, знаешь что? Где ты? Прыгай сюда. Бежим, бежим. Беги, беги, Крис, беги без оглядки. Блин, это походу еще не все, да? Тебе не кажется, что пора уже умереть?
сопротивляйся. Все равно тебе уже все, пора. Блин, ударил так ударил. Да я вижу, вижу. Блин, я-то думал уже все. И не хочет умирать. Коммуняка, блин. Блять, меняй, пожалуйста, поменяй. Что это? Что это я подобрал? Оу! Где ты? Да пора уже, все, пора. Очень медленно стреляет. По-моему, Итан побыстрее стрелял. Не забывай пополнять. Я помню, я помню. Блять, ну... Со спины, ну так, кто ж так делает? Хорошо, еще хилочка есть. Быстрее кислороду, похер на все. Блин, ни хрена, и сразу получил. От него здорового, блин. А, я успел заблочить. Блин, я в углу, я в углу. Перезарядись, самое время, самое время. Нет, так я только патроны, мне кажется, прохерю. О, вот так вот надо. А я заблочил. Все, все это все. Кислород уже не падает. Все, до свидания. Мне кажется, он такой, ну серьезно, быстрый, то что гранаты особо с ним не сработали бы. Game over. Ну умер, по-моему, он улыбаясь. Это Fortnite от создателей паладинов. Да много сейчас королевских битв. Только ты же сам сказал, то, что тебе не нравятся королевские битвы. Вот и все. Грубая сила, да. Что-то какой-то, ну все, Крис не Крис, да? Чисто внешне. Дополнение получилось коротеньким. Его ждали, сколько, год, наверное, да? И, блин, оно было коротким. Не, из королевских битв папка. Пока что только папка. Я, ну, тут скоро выходит игрушка про Вторую мировую, тоже в жанре королевской битвы будет. Вот ее я заценю. Во-первых, мне нравится тематика на Второй мировой. А во-вторых, ну, должна, ну, такая многообещающая из себя. Так, Крис Шкаф был раньше в этой части, дохляк. Ну... Да там, в общем-то, все были, конечно, качки такие. В резидентах всегда. Ну, а тут, ну... Да, конечно, поменьше он. Более человечным стал. Но тут, в принципе, стилистика игры вся другая. Мы прошли его за полтора часа.